Как нравится мне моя эта гортензия. Начинает расцветать по осени. Такой шикарный куст получается. Ну вот сегодня решила собрать ягоду. Красная смородина, белая и крыжовник. Но ничего не делаем из нее. Морожу. И самое интересное, что только где-то в мае, когда не хватает витаминов, вспоминаем про эту ягоду и начинаем варить, ну, просто морсы, компоты. Как-то не такая уж вкусная эта ягода, смородина. И созрел крыжовник. Надо будет его тоже обобрать. Этот куст еще ничего, а этот совсем. Ну вот мы решили его обобрать и обстричь немного. Этот яблочный год обещает быть, по-моему, вот столько яблок. Как-то у нас даже и впервые. Эти вот летние очень вкусные яблочки. И вот на этой яблоне они более поздние, но тоже очень вкусные. Но вот на этой яблоне как-то всегда яблонька маленькая, а яблок много-много. И этот крыжовник. Вроде бы ягодок много на нем. Но как-то этот куст сам уже много лет и особо сильно не разрастается. Вот это вот очень вкусная смородина. Она смородина, по-моему, крыжовник. Но тоже с этими кустами что-то такое произошло. Вот в этом сезоне хотим всех обрезать, удобрить. Хотя, по большому счету, смородину мы и не любим. Варенье перестали варить, а просто ее есть. Ну, кислая она. Это вот голубика. Вот в этом сезоне много дождей. Так ягодки завязались, но маловато. Я сюда эту маленькую посадила. Где-то там на земле вон. С ягодками. Ну, прижилась она. Убрали одну тую отсюда. Открылась наша беседка, печка, и стало так даже легко дышать. И, который я хотела переносить, но он тут останется. Эту тоже тую уберем от этой, ой, это не елка, от этой сосны такую трехметровую верхушку убрали и вообще убираем все подряд. Эту елочку тоже нужно будет убрать. Красота тут от нее небольшая. Ну, вышел и прятаться негде.
лавочке на улице. Самое главное, говорила я со своими соседями. У всех примерно одинаково. У нас такие холодные ночи, что они вот вроде бы красивые, конечно. Но если учесть, что 1 августа через день, ну, что тут от них ждать, непонятно. Некоторые там зацветают, но толку. В принципе, в теплице то же самое. Они как бы так цветут, но всего пару штучек было. И помидоры одни из первых, такие ранние. Ну вот, это как бы первые. Вообще, вот в этой теплице еще вот тут такие красивые гроздь помидор. В этой теплице еще туда-сюда. А в той теплице уже заболели помидоры. И соседи говорят, что заболели. И в итоге такой вот и сезон. Ну вот в другой теплице тоже вот они так вроде бы завязываются. Ну вот такой огурчик. Буквально вот сейчас два теплых дня, и они оживились. Ну а помидоры тут такие у меня были шикарные. И это я понимаю, что заболели. И надо, наверное, выбрасывать эти кусты. Ну вот, 1 августа они красиво разве что цветут. Ну и вот в этой бочке навоз сейчас разойдется. Обрезали кусты на следующий год. Навоза и, может быть, удобрения им поищу. И вообще так резко у нас опять похолодало. Дожди начинаются. Ну и я внезапно съезжаю, выхожу на работу. Я все оттуда ухожу, никак уйти не могу. Уговорили работать, и чего-то даже аж радостно на душе. Что-то нам тут уже и надоело. Будем уже только приезжать, что-то делать. А на даче, можно сказать, отдохнули. В этом сезоне вот мы наконец-то добрались до сетки и убрали ветки туй. И здесь, получая как-то даже и легче дышать. Там только гортензия осталась. Но этот красивый цветок пусть будет. Ну вот, сетка обработана. Еду сейчас заказывать машину с вывозом мебели. Вот, распускается яблоневый цвет.